Я всех приветствую. С вами Ирина Маркелова. В сегодняшнем видео я расскажу, как использовать страницу ВКонтакте для бизнеса. Страница ВКонтакте у меня примерно с 2014 года. И все это время, 10 лет я в сетевом бизнесе, и все это время я использую страницу только под бизнес. То есть я здесь по личным интересам не общаюсь, а чисто только в бизнес-интересах. И сегодня я расскажу, как ее оформить, чтобы она приносила вам деньги. Конечно же, в первую очередь должен у вас стоять здесь аватар. Фотография должна быть не где-нибудь, где вы за столом едите оливье. Желательно сфотографироваться в фотостудии. Вот эту фотографию я делала в фотостудии. Мне здесь подретушировали лицо, там, может, если какие-то прыщики были. В общем, все убрали, сделали вот такой красивый зеленый фон. И эта фотография привлекает внимание. И по этой фотографии меня узнают. Здесь мы можем поставить обложку, загрузить изображение, например, какое-нибудь горизонтальное изображение. Выбрать файлы. И вот здесь вот поищем какое-нибудь изображение. Оно должно быть горизонтальная область. Например, как мы отдыхаем на море. Ну, потом можно будет сменить. Вот так. Сейчас она подгрузится и должна встать вот в это изображение. Все. Здесь мы можем отредактировать профиль. В профиле у меня стоит вот такой смайлик. Получаю денежки сразу в нескольких проектах. Знакомься по ссылке. Стоит ссылка у меня на Топлинк. На Топлинк я отдельно уже рассказывала и показывала это видео. Кто занимается несколькими проектами, здесь вот ко мне. Дальше вот эти все ссылочки кликабельные. Например, Telegram-бот Джин Мани. И вот в платной версии можно загрузить здесь на YouTube ссылку. И дальше идут проекты. Бот на карту, живая очередь, лифт, проект всем миром и так далее. И везде можно загрузить под каждой кликабельной ссылочкой видео. Ну вот, если мы кликнем на эту ссылку, то нас перебрасывает на регистрацию в бот Джин Мани. Вот таким образом работает Топлинк. Как сделать такую ссылочку? Обращайтесь ко мне в личку. А как ее сюда поставить, показываю. Редактировать профиль. Здесь, вот где краткая информация, мы пишем какой-нибудь текст и ставим свою ссылку. Здесь вы можете отметить семейное положение, если хотите. Если не хотите, можете оставить пустую графу. Родной город, родителей можно здесь отметить. И нажимаете «Сохранить». Далее в контактах здесь личный сайт можете указать. Я указала ссылочку на мой командный чат. Здесь интересы свои. Деятельность, интересы, любимая музыка, любимые фильмы. Но здесь я не указывала, потому что мне страница нужна чисто под бизнес. Здесь можете указать свое образование, школа, чтобы вас находили. Карьера, военная служба, жизненная позиция. Об этом мы останавливаться подробно не будем. На моей странице что мы видим? Человек может зайти и посмотреть ваши фотографии, если у вас есть разрешение показывать всем.
Если вы загружаете клипы, может увидеть клипы. Я периодически их загружаю, показываю я с компьютера, вот как можно смотреть с компьютера. Ну, где-то 2000 просмотров, где-то 200 тысяч просмотров, где-то 400 и так далее. А здесь какую музыку вы слушаете, здесь статьи, которые вы пишете. А вот это, кстати, я не знаю, что это такое. Сюжеты буду подробно рассказывать в сторис и что такое истории. И вот эти истории можно потом публиковать. Например, все по лету можно, вот лето сюда, путешествие сюда, всякая всячина, вот сыночек Вовочка. И они вот здесь сохраняются, то есть не более 100 историй. Вот по здоровью, про себя, на чем я зарабатываю, кулинария и так далее. Когда человек заходит на свою страницу, у него по умолчанию открываются здесь новости, что со смартфона, что с компьютера, и он видит здесь истории. Вот как они отображаются. Здесь с компьютера квадратиком, а со смартфона там кружочки. И вот мы можем посмотреть истории, ну, если вы пишете свои истории посмотреть, либо чужие истории посмотреть. Внизу написан, вот нарисован глазик, сколько человек посмотрели эту историю. Истории я записываю каждый день. Что я готовлю, куда я хожу, фотографии выставляю. Люди это любят смотреть таким образом, вот для чего мне это надо. Таким образом я привлекаю внимание на свою страницу, которая у меня оформлена. Оформлена она у меня вот так. Здесь у меня стоит закрепленная запись. Перевод за переводом на кошелек Payeer. Здесь текст, здесь ссылка у меня на бота GinMoney стоит, здесь Telegram. И стоят хэштеги, по которым можно будет найти мой пост. И записала я вот такое свое видео. Вот здесь уже 109 просмотров. Дальше посмотрим. Сейчас я записала видео. Меня здесь слышно и видно. И посмотрим сейчас историю, как их записывать. Вообще, что такое сторис? Здесь я расскажу. Погромче немножко сделаю. Здесь 4 минуты. Ирина, ничего не слышно. Ну, получается, что видео без звука. Если вот я говорю, то тот звук получается не слышно. Как сделать, не знаю. Это вы с Хотя бы... телефона показываете или с компьютера? С Я сняла компьютера. видео, загрузила его на YouTube. Сейчас я веду голосовой, транслирую экран. И показываю видео с Ютуба. Ну, я его тогда выставлю к нам в чат. Хотя бы просто визуально посмотрим, а потом я к нам в чат ссылочку на Ютуб выставлю.
Слышно, да? Сейчас меня слышно? Идем дальше. Сейчас слышно, а там ничего не да, слышно. Это в голосовом, значит, что-то одно нам предлагают. Надо, наверное, там найти с использованием, демонстрировать экран с использованием звука. Есть такая функция? Так это и так с использованием звука. Я вот транслирую экран, и я говорю, то есть с микрофоном я сконнектилась, и я говорю. А если видео какое-то, то получается его не слышно, потому что микрофон на меня настроен. Ну, я так понимаю. Идем дальше. Чтобы сделать пост, здесь вот с компьютера вам предлагается, что у вас нового. Вы здесь можете написать какой-нибудь текст. Ну, я не готовила текст, просто вот написать «Привет». Здесь какие-нибудь хэштеги написать. Хэштеги у нас пишутся, это решетка и, например, «Заработок в интернете». И все это пишем вместе, это потому что хэштег без пробелов. Сюда мы можем опубликовать картинку, либо скриншот какой-нибудь, либо картинку из бота, если вы получаете переводы, либо взять из чата чужую картинку тех, кто получает, чтобы видели, что партнеры получают. Можно добавить несколько картинок, можно загрузить свои фотографии. У меня здесь 69 альбомов за все эти годы, за все 10 лет. Можно отсюда взять. Можно взять либо, например, загрузить фотографию, если у меня в изображениях есть, которые я уже сохранила. Вот мы ездили на море, вот отсюда, например, можно взять картинку. Здесь вы можете добавить какие-нибудь смайлики. Ну, например, вот если хотите, чтобы человек смотрел вниз, то есть информация там такая-то, такая-то, и палец вниз вот так вот. Смотри тут и пишем здесь ссылку или слово «регистрация» и так далее. Дальше здесь выбираем «Видно всем» обязательно, не только друзьям, а «Видно всем», потому что у нас страница для бизнеса. Здесь мы можем сделать отложенный пост. Либо сегодня он опубликуется, либо завтра, либо послезавтра. Вообще, вы, если вам некогда, вы можете сесть, потратить минут 10-15 и запланировать посты, которые у вас будут выходить каждый день. Можно прикрепить сюда опрос, спросить что-нибудь. Вы были на море там, да, нет, или хочу поехать, что-нибудь такое. И вот поставим в очередь, если это не сейчас публикация. Если это сейчас, то значит будет публиковаться сейчас. Сюда мы можем поставить видеозапись. Или видео, или фото, вот так вот добавлять и прикрепить одну видеозапись. Здесь мы можем аудиозапись, вот, какую-нибудь музыку. Если это не по бизнесу, просто, например, лето, какую-нибудь песенку прикрепили. Вот, и ставим в очередь, либо публикуем. Это я ничего не буду сейчас прикреплять, так как пример был.
Как закреплять? Вот обязательно должна быть у вас закрепленная запись. Все записи, которые вы будете делать дальше, они будут уходить под эту запись. А это будет всегда в закрепе. Потом, например, постояла она у меня вот недельку-две, все, мне надоело. Я ее могу открепить и какую-нибудь другую. Вот на три точки нажимаю и нажимаю закрепить. И все, она теперь будет у меня в самом верху. Еще про LikePro я тут одну минутку расскажу, потому что я уже проводила презентацию по этому сервису. Это планировщик. Здесь можно прикреплять сразу... Так, сейчас авторизуюсь. Здесь мы можем сразу прикрепить несколько страниц. За 349 рублей в месяц можно прикрепить 5 страниц. Вот у меня еще выйдут посты ВКонтакте и в Одноклассниках. Очень удобно тоже на месяц или на 2 недели запланировали, и ваши фотографии, ваши видео выходят. Ну, видео длинные он не публикует, а там коротенькие до минутки публикует. То есть одним махом вы убиваете 5 зайцев. Обязательно должны быть у вас друзья. И каждый раз надо этих друзей набирать чуть ли не каждый день. Тоже рассказывала про лидер пиара. С помощью этого сервиса мы набираем друзей. Кто не хочет платить 1000 рублей, тот тогда проходит ротацию, то есть добавляет 20 человек. Кто ленится добавлять 20 человек, ну, потому что когда вы проситесь в друзья, есть вероятность, что вас забанят. Я плачу 400 рублей, и ко мне друзья добавляются сами. Вот я еще становлюсь VIP-ленту, и еще мое VIP-предложение поднимается вот за 10 рублей. Я поднимаю свое VIP-предложение. Сейчас обновится. Все, и вот здесь вот если нажать «Открыть запись», то там будет моя кликабельная ссылочка, и здесь можно посмотреть видео с моими переводами, которые я получала. Вот это как визитка. Здесь ссылки на страницы, Skype уже можно убрать, оставить Telegram и ВКонтакте. И здесь вот человек смотрит мое видео, а здесь ссылка идет на бота уже. Не нужно иметь 400 рублей, продлевать надо каждый месяц. И будут на странице. Когда 10-15 человек, то, конечно, кто будет видеть ваше предложение? Вот смотрите, заявки в друзья. У меня уже лимит. У меня уже лимит друзей ВКонтакте, хотя там 7 тысяч с чем-то, лимит 9 тысяч, но мне уже 1-2 дают добавить, и все, и больше не дают, то есть лимит. Остальные люди, которых я не добавляю, они у меня уходят в подписчики, то есть я на них не подписана, я их новости не вижу, то, что они публикуют, а они мои видят. И таких людей... Вот входящие 29 435 человек на меня подписаны с помощью вот этого сервиса. Ну и раньше были хорошие сервисы, которые сейчас не работают. Их было у меня штук 5, наверное, которыми я пользовалась. И прям по 500, по 600 человек в месяц они добавлялись на эту страницу. Дальше сообщество. У меня есть моих несколько сообществ, которые я веду и иногда там публикую посты. Ну и на которые подписана я. Там это санаторий, это путешествия и на некоторые проекты. Вот Whole World официальная группа, потому что я в этом проекте уже 10 лет и тоже отслеживаю новости. В этой графе мы можем увидеть фотографии. Чем больше у вас фотографий, тем больше
люди будут за вами наблюдать. Если у человека фотография, например, какая-нибудь кошечка или собачка вместо аватара, и больше ничего на стене нет, то вот мне сразу кажется, что это фейк, и вообще на него не стоит обращать внимания, и уж тем более приходить в его проекты, если там 5 или 10 друзей. А вот тут человек заходит, видит 70 альбомов, представляете, и в каждом альбоме 300 фотографий, 52, 31 и так далее, 60, 111. То есть видно, что я публикую, и я не фейк, и со мной можно иметь дело. Также я публикую видео. Здесь, если мы нажмем, здесь показываются вам чужие видео. Здесь вот что в тренде, какие трансляции идут, кто интересуется спортом, фильмы, шоу детям и так далее. Вы можете выйти сами в эфир здесь, либо загрузить видео. Вот выбрать файл. И вот показать все файлы, если они у вас заранее загружены на компьютере. Ну, как правило, я в загрузке это загружаю. Выбрать видео и загрузить. Но сейчас я это делать не буду. Вот показываю, кому как надо. Здесь, да, про клипы я сказала. Стикерами я не пользуюсь. Это молодежь, наверное, в основном ими пользуется. Маркетом я тоже не пользуюсь. Там можно приобретать товары или что-то продавать. Вот здесь вот закреплены мои сообщества. Вот их здесь 4 штуки. В оповещениях мы можем видеть, что происходит у ваших друзей. Кто вас лайкает, кто провел трансляцию, кто опубликовал новую запись и так далее и тому подобное. Вот взгляните на фото, которым вы поделились несколько лет назад. Но мне интересно, что, как я выглядела и что я публиковала в прошлом году, там, в 2018 году, в 2017 году. И вот здесь вот я сегодня сидела перед голосовым и просматривала. 22-й год, сегодня вот 8 июня, это вот в 22-м году, ровно год назад. И что я публиковала. И вот здесь вот можно поделиться, то есть этим воспоминанием можно поделиться, и друзья увидят это в новостной ленте. Наши истории люди видят 24 часа в сутки, потом история удаляется. Здесь вот мы можем смайлик прикрепить, побольше, поменьше его сделать и опубликовать. Истории, как правило, я загружаю со смартфона. То есть я иду куда-нибудь, вот роща мое любимое место, иду, снимаю, что-то рассказываю и совмещаю приятное с полезным, чтобы экономить время, и сразу иду, публикую. То есть я можно сразу из ВКонтакте снимать, но я снимаю отдельно видео и потом уже загружаю в истории. Истории не более 15 секунд. То есть если ваша история, например, 30 секунд, то она разобьется на 2, и будет их 2 по 15 секунд. Если это минутная история, то разобьется на 4. Здесь вот еще мои вопросы, вот воспоминания, мои желания. Если вы там хотите что-то купить, этим я тоже не пользуюсь. Маечки, футболочки, список желаний там. Что исполнилось, что не исполнилось, это я не пользуюсь. Вот денежные переводы, здесь есть VK Pay, где вы можете этот кошелек VK Pay пополнять. Я пользовалась им как-то, ну, раньше мы создавали такие проекты через VK и отправляли друг другу деньги. Но сейчас не отправляю, мало ли страницу забанят и плакали ваши денежки. У меня на сегодня все. Остановлю сейчас запись, готова ответить на ваши вопросы.